Доброе утро моим подписчикам. 30 октября. Мы рвем огурцы. На улице дождь. Завтра ждем мороз. В общем, бросила огурцы рвать и перешла все-таки успеть снять спину. Посмотреть на нее и снять. Так как меня Павел Витальевич попросил, я ему пообещала. Он попросил описать ее. Ну, думаю, лучше снять. Ой, ну они все тут уже не красавцы. Это вот начало над печкой. Так вот они выглядят не очень. Вот это вначале мамлюк. А дальше у нас уже идут экспериментальные. Вот это Арктика, кстати. Коротенькая. Вот спина у нас здесь. Сверху вот такие маленькие пасынки они. Далее это то, что мы не успели оборвать. И вот такой огурчик. Огурчик симпатичный, немножко согнутый. Вот он ровный. Вот такой симпатичный. А внизу ничего хорошего не покажу. То есть все оборвано. И только вот так на макушечках. Это которое я уже внизу немножко не так выглядит. Да, вот вверху он красивый такой, а здесь более гладкий. То есть не так красиво выглядит, как вверху. Ага, это на плеточке. Так, во-первых, это еще. Да, это еще посмотрела пометки. Вот такая плюточка. Ну, все-таки действительно, наверное, Павел Витальевич, не растут плети большучими. Вот они такие миленькие. Вот это не прищипнуто. И такая уже завязывается огурчики. Такой некрасивенький тут внизу. Вот, ну это вверху мы их тут и не собирались оставлять. Ну вот так получилось, наверное, что мы их оставили, не успели убрать, и они растут. Что, конечно, и хорошо. Так, где последний куст? Посмотреть. Где же у меня тут пометочка-то? Только видела, уже не вижу. Ага, вот он, это последний куст. Последний такой даже симпатичный. То есть, если его вот правильно сформировать, он вот так вот может выглядеть. Даже с плеточками, с огурцами. Ну, плети действительно не крупные. Вот если у мамлюка они крупные росли, то да. Вот это дальше мамлюк уже покажу. Вот такие плети успели вырасти. И вот так. Так выглядят наши отапливаемые. Сейчас здесь начнем рвать. Симпатяшки. Ну вот вируса на них нет, на спина. И треноспороза нет. А вот такие вот кусты. Я не знаю, что это, бактериоз, что. Но это рядом вот гавришевские. С таким же бактериозом. С такими же листьями. То есть такие листья
Какие кусты у нас есть, попадаются среди всех. Ну все, побежала. Ждем мороза. Сегодня дождь. Завтра ждем мороза.